Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками. Вот сегодня я хочу вам показать картины художника Сергиуса Храби, или Хруби, может быть, так читается. Это немецкий художник, который родился в 1869 году. Данных очень мало. Я пользуюсь переводом Википедии, какими-то выборочными сведениями из интернета. Но все же, родился он в 1869 году в Вене. Вступил в армию, получил звание лейтенанта в запасе. В то время нарисовал гигантский герб Австро-Венгерского, Германского и Итальянского союза для костюмированного бала местного мужского хорала. В ежегодном отчете Императорского австрийского музея искусств и промышленности за 1896 год сообщается, что фонд фон Ротшильда оказал поддержку нескольким студентам, среди которых был и Сергий. Он получил грант. Преподавал в местной технической школе по гончарному производству и другими видами искусства. Наибольший успех он имел на художественных выставках, а также в дизайне цветных гравюр. Стал профессором, неоднократно был избран членом музейных сообществ Теплицкого музея в связи с его выдающимися достижениями. Ну вот в других изданиях сообщается, что он стал инвалидом во время службы после Первой мировой войны и награжден орденом Красного Креста второй степени, военным орденом за выдающийся вклад в военно-медицинскую помощь во время войны. Между 1925 и 1933 годами иллюстрации регулярно печатались в сатирическом журнале «Die Maskette», который выходил с 1905 по 1941 год. Когда началась Вторая мировая война, ему был уже 71 год, он все еще работал. Так как у него не было риска по происхождению, у него были проблемы с работой, но вмешался Эмиль Брекль, и Сергий смог опять продолжить работу. Вот примерно все, что я смог найти в интернете о этом художнике. Очень мало информации. Это действительно так. Скончался он в возрасте 74 лет. Его работы неоднократно выставлялись на торги. Причем цены варьировались от $400 до $4000 в зависимости от размера. С 1998 года так написано в интернете. Ну вот все, смотрим работы, правда, без биографии художника. Все, пока-пока, до свидания. Сегодня мы немножко узнали о работах Сергиуса Храби, или Хруби, может быть, так читается, произносится, немецком художнике, который родился в 1869 году. Пока-пока, до свидания.